Хайрлы күн, добрый день. Сейчас еду по верхнему Талгарскому тракту. Ну, будем это так называть, эту дорогу. Она ведет, так скажем, прямиком в сторону горнолыжного курорта Акбулак. Вот сейчас с правой стороны проезжаю населенный пункт Чимбулак, с левой стороны Талдыбулак. И дальше у нас будет населенный пункт Алмалык. И сегодня едем в аул Амангельды, Талгарский район, Алматинская область. Бұл жерлерде 2 ай бұрын болғанмын. Байбулак, Алмалык және Шымбулак ауылдары туралы каналда видео бар. Уже подъезжаю к городу Талгар. Тут прямо на подъезде к городу будет поворот в сторону аула Амангельды. Также здесь вдоль этой дороги патрулируют сейчас полицейские машины. Так, вроде как вот справа и слева это поля с яблонями. Так, уже вот подъезжаю к городу Талгар. И где-то здесь должен быть поворот. Так, вот и поворот наш. Я думаю, это не основной поворот к аулу. И если по картам смотреть, то есть несколько заездов. И я, по всей видимости, выбрал не самый удачный. Вот здесь с правой стороны находится Талгарское водохранилище. Я, если честно, впервые слышу про него. О, тут на данный момент воды нету. Вижу, как дети скатываются со склона, со стен водохранилища. То есть здесь, можно сказать, организовали небольшой каток. Прикольно, в этих краях я впервые. Слева от водохранилища вот такие есть заборы. Бетонные, старые. Если смотреть на картах, то кажется, там, то есть сад. Видимо, растут какие-то деревья, яблоки, может быть, и так далее. А справа это вот у нас водохранилище. Оказывается, старое название аула Амангельды — учебное хозяйство Талгарского сельхозтехникума. И быть может, вот эта территория за бетонным забором как раз и относится к этому сельхозтехникуму. А вот и водохранилище. Купание запрещено. На картах есть еще отметка «бассейн суточного регулирования», сокращенно БСР. Суға түсуге рұқсат жоқ. Осылай қарасақ, Амангелді ауылы Талғар қаласының қасында орналасқан. Міне осы Талғар қаласы, мынау Талғар су қоймасы. Вот здесь вот люди катаются на баллонах, на санках. Ну, склон здесь, кстати, отличный. Реально, мне кажется, хорошее место. Предлагаю теперь сходить вот на ту сторону. Тут также есть знаки о том, что, так скажем, запрещено кататься, оказывается. Но в целом это особо никого не останавливает. Да и как бы, что, все равно здесь ничего нету. Вот, дальше вот такой есть канал, и вода вот так уходит вниз туда. На картах вот это вот с правой стороны сторона отмечена как город Талгар. Вон там вот мечеть вижу новую. А вот с левой стороны, так скажем, от канала, это уже Амангельды аулы. Довольно интересный факт, что
населенных пунктов в Казахстане с названием Амангельде более 10 штук, а может даже больше. С этой горки открывается хороший вид, и вон там вот за забором можно заметить, это вот сады. Не знаю точно, что там, как бы, что за деревья. Но мне кажется, это яблони. Погода сегодня отличная, особенно здесь вот. Когда из Алматы выезжал, было немножко так облачно и холодно. То есть солнца особо видно не было. А здесь вот прям солнце печет. На улице примерно, наверное, 0 градусов. Амангельде аулы Алатау ауылдық аймағында орналасқан. Талғар ауданы. Бұл ауылда 700 адамдай тұрады. По старым данным, здесь проживает примерно 600-700 человек. Недавно в Казахстане была перепись населения в 2021 году, но данных пока что нет. Видимо, еще считают. С правой стороны вот здесь проходит один канал, потом второй канал. По карте посмотрел, точно не уверен, есть ли здесь в ауле школа, медпункт, полиция и так далее. Так, получилось пообщаться с местными пацанами. Сказали, что школа находится в ауле Алмалык. Я уже про него делал отдельное видео на канал. И там, по всей видимости, есть еще другая школа, которую я не увидел, и она не оказалась на видео. Вот, а здесь, получается, в самом Амангельде, по всей видимости, своей школы нет. Ну и аул как бы небольшой тоже. Газовые трубы. Я вижу газовые трубы. Видно, что аул застраивается. Очень много новых домов. Так, выезжаю на какую-то, ну что-то вроде центральной улицы. Вот здесь вроде как даже асфальт появился. Макатаев кучеса. Порталок кучеса. Здесь есть дорожное освещение вот по центральной улице. Аяла азық-түлік.
Там вдали вижу автобусную остановку. Быть может, сюда входит общественный транспорт. Так, здесь какое-то госучреждение находится с правой стороны. Интересный забор такой. Амангельді ауылдық медициналық пункты. Медпункт Амангельді. Фортуна дүкен магазин. Там вот даже есть новые автобусные остановки. И люди вот чего-то ждут. Видимо, все же ходит какой-то автобус. Талғар ауданы Амангельді ауылдық фельдшерлік пункты. Все же есть автобус общественный. Сказали, каждые 40 минут. А школа так и есть. Находится в соседнем ауле. В ауле Алмалык. Это, видимо, вот центральные улицы. По ним можно вот сюда выехать в Қызылқайрат сторону или в сторону Талғара. А если вот так, то есть ехать, то это уже в сторону Алмалык. В этой части даже есть тротуар. Вот вдоль дороги уходит в сторону аула Алмалык. Вот это, я понимаю, так это стандартная дорога асфальтированная, которой я должен был, по сути, спуститься. Нормальная, так скажем. На картах Яндекс отмечено, что эта река называется Цыганка. Дома продаются. Также узнал, что здесь в ауле есть детский сад. Дальше предлагаю проехать по дороге, которая идет в сторону Қызылқайрат. Так вот, она уходит направо. Жолдың сол жағында тротуар бар екен. Ауылда газ бар. Также в ауле ловит сотовая связь, работает 4G, Теле2 актив. Смотрите, какие здесь деревья. С правой стороны здесь какое-то хозяйство есть. Или предприятие. Газобетон, газоблок. Хочу поделиться, что это первый аул в 2022 году. А в прошлом году я посетил 161 населенных пунктов Казахстана. В этом году планирую, наверное, так же или даже больше. И вот мы выезжаем обратно на Талгарский тракт. Направо это город Талгар, налево это в сторону населенного пункта Қызылқайрат. Дорога выходит у АЗС Арман или пит-стоп СТО. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.